Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье у нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения даже самых невероятных желаний. Ну и помните, что ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Только вы ответственны за вашу жизнь. И если вы ищете виноватых, это ни к чему не приведет. Вы можете сколько угодно скидывать ответственность на кого угодно, но все равно по законам Вселенной ваша жизнь – это ваша ответственность. Ну что, сегодня чудеса рядом. Люблю такие расклады, люблю счастливые расклады и люблю чудеса. Давайте же посмотрим, какие чудеса на пороге, какие чудеса хотят ворваться в вашу жизнь. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин и ситуаций для улыбок будет вам поставлять Вселенная. Ведь что мы излучаем, то мы и получаем. Ну что, чудеса на пороге. Как всегда, три карты, значит, три чуда. Давайте посмотрим первое чудо, которое будет. Первое чудо – вы завершите какой-то проект, завершите его успешно, сложится пазл. Также это может быть осознание того, что человек, который рядом с вами, вам подходит. Это вот это то, что я вижу ярко. Для некоторых из вас также может сложиться пазл именно в выходе из сложной ситуации. Вот тут я вижу, что вы в самое ближайшее время найдете прекрасный и счастливый выход из ситуации, которая казалась вам патовой. Вот я всегда говорю, ваш настрой, ваш взгляд и ваша концентрация делает все для вас. И вот на чем вы сконцентрируетесь, то и будет. Вот тут я вижу именно вашу концентрацию на результате, вашу концентрацию на том, что же будет происходить, когда выход будет найден, и вы будете ясно видеть путь к достижению чего-то. Это может касаться любой сферы жизни. Давайте же посмотрим, какое еще чудо хочет к вам ворваться. Ну а здесь расцвет. Расцвет – это цветение, расцвет – это Таро Ошо Дзен, оно не классическое, тут немножко другие значения у карты. Я могу вам сказать, что по этой карте чудо – это ваш расцвет. Это может быть как достижение в работе, карьере, в бизнесе, так и выздоровление, нахождение прекрасного партнера или партнерши для построения прекрасных отношений. И знаете, вот по большому счету ваше открытие миру. Вот открытие вас миру, открытие вашей чувственности, открытие ваших талантов, открытие всего самого лучшего, что есть в вас. И излучение этого миру. Если вы это примете, то чудом будут прекрасные и счастливые перемены в вашей жизни.
Ну и еще одно чудо. Как всегда, три чуда. Всегда люблю три карты. Ну и могу сказать, что третье чудо – это то, что даже самые невероятные желания, которые у вас есть, могут исполниться, если вы, первое, будете уверены, что вам это доступно, что вы этого достойны. Ну и, конечно же, принятие, ваше принятие. Вот все эти три условия принесут чудеса, о которых вы даже и не мечтали. Кстати, прекрасный расклад получился. И тут основная тема – это ваше открытие, ваша концентрация и, конечно же, принятие всего самого лучшего в вашей жизни.